Тольятти стартовал проект «На связи с губернатором». Напомню, регион вошел в число пилотных площадок, где разрабатывают концепцию так называемого «открытого правительства». Это мировая практика. Проходит все в форме общественных слушаний по актуальным проблемам. «На связи с губернатором» – первый проект в серии большого модуля «Открытый регион», который реализуется по инициативе Николая Меркушкина. С подробностями Екатерина Деменчук. Два с лишним часа о самом наболевшем – дорогах. Эту тему начали обсуждать именно в Тольятти не случайно. В этом году из областной казны на ремонт выделили больше миллиарда. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Представители правительства говорят, чтобы положительная динамика финансирования сохранилась, необходим и общественный контроль за тем, как будут тратить деньги. Заинтересованность правительства, заинтересованность губернатора заключается в том, чтобы каждый рубль, выделенный на модернизацию системы, во-первых, соответствовал интересам и пожеланиям самих людей, и чтобы эти средства были использованы максимально эффективно. В целом, по сравнению с прошлым годом, дорожный фонд области вырос почти в 2 раза. Во время своего визита в Тольятти губернатор Николай Меркушкин четко обозначил цифры. На ремонт здесь потребуется ближайшие 3 года по 1,5 миллиарда и еще несколько лет по 1 миллиарду на поддержание дорог. Но финансировать будут только в том случае, если расходовать средства начнут с умом. В Тольятти уже запланирован масштабный ремонт, займутся одновременно и внутриквартальными, и магистральными дорогами. Благодаря областным деньгам в городе отремонтируют улицы, которые находятся в самом плачевном состоянии. Мы планируем успеть, уже сейчас размещена конкурсная документация по улице Спортивной, но там просьба подготовиться к этапу Кубка Ладоград. В рамках проекта «На связи с губернатором» будут обсуждаться и другие актуальные проблемы. Все для того, чтобы программы и проекты, которые финансируются областным бюджетом, получили в первую очередь общественное одобрение. Это приблизит, во-первых, власть к людям, во-вторых, люди почувствуют уверенность. Для того, чтобы приблизить народ, мы должны знать, куда идет, куда ведет власть нас, с какими вопросами сталкивается. Сегодня люди слушали. Слушали, причем не так вот местнические какие-то, да, местечковые интересные вопросы, то бишь, что касается моего дома, моего участка, а слушали про те вещи, которые будут в нашем городе. То есть, наверное, все-таки сознание людей, оно меняется. В Тольятти цикл слушаний по дорогам закончится в апреле. По желанию и замечаниях горожане опускают в специальный ящик. По итогам слушаний проведут анализ проблем и учтут все предложения в дальнейшей работе. Кроме того, в рамках проекта «На связи с губернатором» уже на следующей неделе в Тольятти начнутся выездные приемы представителей министерств и ведомств Самарской области по правовому консультированию граждан. Екатерина Демичук, Борис Кислицын, новости губернии Тольятти.